Итак, несколько моментов тренировки сета кантеля. Еще раз. Еще раз вернемся к тому, о чем я говорил в предыдущих фильмах. Как раз сегодня среда, выпадает тренинг. И сегодня как раз я тренирую прежде всего это кисть. Немножко добавляю бицепс, но немножко. Поэтому, так как бицепс у меня не очень быстро восстанавливается, да, собственно говоря, 42 года, чтобы быстро восстанавливалось что-либо, это сложно. Итак, обратите внимание, что это упражнение дает мне возможность укрепить в целой цепи оборонительного характера мою руку. Поэтому здесь задействованы пальцы, ладони, ну и, естественно, в статике бицепс. Я навесил сюда по три блина с каждой стороны. Правая рука у меня держит, с левой еще немножко, конечно, похуже. Но, тем не менее, посмотрите, как это выглядит в практике. Я устанавливаю свою руку в оборонительный момент. То есть вот это движение кисти, оно у нас практически присутствует при каждом оборонительном движении. Некоторые спортсмены даже несколько ослабляют свой угол рабочий. Но я стараюсь угол рабочий все-таки придерживать. О, не вышло. Хорошо. Теперь левая. Левая, конечно, достаточно специфическая рука, тем не менее, скажем так, плечо не болит, связка не болит, кисть слабая. Здесь кисть сильная, плечо болит, связка, ну скажем так, не болит. И проблема с грудью. Когда-то еще далекое 98 году я на ровной лавочке жал 180 килограммов. Это был разогревочный, как говорится, этот самый подход. И ни с того ни с сего у меня полетело несколько мышечных волокон на левой, на правой груди, на правой стороне. Поэтому грудь до сих пор чувствую неуверенно. Но тем не менее, что нам покажет левой? Итак, рабочий угол. И работаем кистью. Кисть держим таким образом, чтобы она прежде всего удерживала кольца. Видим, левая слабая в жиме, и кольца идут, и кольца идут вниз. Угол держит, пальцы недостаточно мощно сжимают гантелю, поэтому гантеля обворачивается. Я не пускаю кисть, а у меня обворачивается кольца вниз, падает как бы. Это значит, что во время борьбы рано или поздно у меня разойдутся пальцы. В лучшем случае, а в противном случае, а в худшем случае еще и пойдет вот так кисть. Поэтому это упражнение делаю каждую среду. И стараюсь его делать на максимум раз в неделю. Вот так.